Здравствуй, прости за вопрос, но что ты принес? Позволь напоследок порыться в твоих вещах. Фото чужих дворов, запах чужих ветров, собираешь с чужих костров песни и чай. Возвращайся сегодня за 30, возвращайся, уже не погода. Засохший букет и торт тоже мне натюрморт, небось для забывших друзей и памятных дам. Дневник, черновик, кроки, неужели кто-то пойдет по моим следам? Возвращайся сегодня за 30, возвращайся, уже не погода. Возвращайся сегодня за 30, возвращайся, уже не погода. Конверт со страшным письмом, записанный сон, затянулся мой первый сезон корочкой льда. Может, до первых снегов, до возврата долгов, или хочешь найти резон уйти навсегда? Возвращайся сегодня за 30, возвращайся, уже не погода. Но каждый оторванный лист зачтется в убыток, каждый упавший листок возвратится в почву. Прыгуну и штангисту известно число попыток, всем остальным повторять до точки. Прыгуну и штангисту известно число попыток, всем остальным. Спасибо. Костя. Да. Игорь Лунёв вчера опубликовал замечательный отзыв на мой альбом. Не менее замечательный. Ну, на мой альбом «Акустическая тяга», который вышел 4 года назад. Соответственно, его можно почитать на странице проекта «Радио Песни Земли», которым они сейчас занимаются. Вот, не знаю, кто именно там с этим связаны, и Игорь, и Артем Белов, и много замечательных людей. Вот такой они проект запустили. Вот, тогда песенка с того альбома. Был мрак, впереди красная ракета. Мы и так родились, проживем и это. Нам нести старый стиль,
через поле боя. Знаем мы, нету тьмы там, где мы с тобою. Чаша гнева, камень съела. Знать бы, чем прольется то, что слева, тоже чрево. Отчего ж так бьется? Будет час, спросят с нас, что скажу я сыну. Иди впереди, стреляй в спину. Уголь тлел, пепел бел, нас от тел отмоют. Знаем мы, нету тьмы в небесах с тобою. Радий глаз в параде снов заронило слово. Ради нас, не ради слов, ради нас снова. И неожиданное продолжение, совсем новая песенка, она по мотивам или даже по образам из романа Герберта Уэллса «Остров доктора Муло». Просыпаюсь в палате, отходит наркоз. Кто я теперь, чего ради я бегал и рос? Что этот остров отдаст мне ценой перемен? What if the law? Are we not men? Своей ямы узреть небосвод. Прежних успехов тенями очищенный от блеска наследств, бахромы золоченых знамен. This is the law. Are we not men? Это значит, это закон, разве мы не люди? С краденным словом согнуться в ночи я мог дать. Да, я упал, чтоб вернуться, ушел, чтобы встать. Нет, говорит моя совесть, я здесь не затем. This is the law. Are we not men? Господи, Боже мой, ты-то сам знаешь, все так.
отрезал пятак. Дело за мной, это все, что я понял пока. Но если это закон, чья здесь рука? Так что, сестра, подходи и держи свои пять. Больше нет страха друг друга ни в чем не понять. Остров наш мал, наш удел, наш надел, наш домен. This is the law. Are we not men? This is the law. Are we not women and men?
за окном рассыпана бумага фонарей. Выйди, собери ее скорей. Круглые листы лежат на плоскости и ждут карандаша. Глаз прищуривая, руки чешутся, волнуется душа. Чем тебе покажется бумага фонарей? Чем скорее ответишь, тем верней. Карты транспарантом или скатертью для ланча на ходу. Шпорой, перевязочным пакетом, сверхсекретом на виду. За окном подмигивают дети фонарей. Сколько ярких окон без дверей. Сколько сказок знают, я прошу их рассказать всего одну. Можно ли мне не суетиться и звучать свою волну? Что ты мне напишешь на бумаге фонарей? Ничего нет проще и хитрее. И танцем своей тени исчезая, растворяясь чуть дыша. Новым вдохновением возвращаясь наконец карандаша. Конца 70-х. Я когда это сочинил, я что-то подумал, что вдруг я это слышал где-то здесь. Перерыл все записи со студии сотворчества и не нашел. Значит, будем считать, что я это первый придумал. И как мне кажется, это очень, на самом деле, такая песня, которая очень подходит ко всему, что вот происходит в такой неформальной среде. Где там все помогают друг другу или ищут помощи. Я на острове, до земли далеко, и за нем идут. А со мной никого. Одиночество столько мне не снести. Я отчаюсь, и меня уже не спасти. Я кину клич, спасайте, земля. Я кину клич, спасайте, земля. Он
может, кто нам выйдет, а может, кто нам выйдет за письмом бутылки. За письмом бутылки. Год вошел с тех пор, как я кинул письмо вам. Запиша, пора написать его снова. Лишь надежда нас держит на одной нити. Любовь была, да кто ее здесь видел? Я кинул клич, спасайте земля. Я кинул клич, спасайте земля. А может, кто там выйдет? А может, кто там выйдет? За письмом в бутылке. Вышел утром к морю, вижу, вот тебе на. Миллион бутылок выбросила волна. Не один я здесь в том, что так одинок. Миллион таких же где-то тянут свой срок. Я кинул клич, спасайте земля. Я кинул клич, спасайте земля. А может, кто-то выйдет. А может, кто-то выйдет. А может, кто-то выйдет. За письмом в бутылке. За письмом в бутылке. За письмом в бутылке. За письмом в бутылке. Sending on an SOS. Sending on an SOS. Sending on an SOS. Sending on an SOS. Sending on. Sending on. Sending on. Sending on. Вот. Надеюсь, все ваши, я даже верю в то, что все ваши просьбы о помощи рано или поздно будут услышаны. Ура!